Слухи об иранских беспилотных летательных аппаратах, которые распространяются некими независимыми, неназванными, закрытыми источниками в американских же СМИ, опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями. Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, нет, поскольку все это не более чем набор, ничем необоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений, которые Британия и Франция пытаются выстроить в конструкцию, и каждый раз все это на глазах у всех разрушается.